Лет назад Райли Норс исчезла, пропала с радаров. И что она делала эти 5 лет? Тренировалась. О, это что-то новенькое. Ты в самом деле думаешь, что это сделала Райли Норс? Сегодня 5-летняя годовщина убийства ее семьи. Она вернулась. Дженнифер Гарнер. Коррумпированные судьи. Грязные копы. Чего я хочу? Я хочу справедливости. Падение преступности в районе — это не совпадение, это из-за нее. По крайней мере, кто-то что-то делает. Найдите ее, даже если придется сжечь весь город. Когда видишь, как кто-то забирает у тебя все, превращаешься в кого-то другого. У нее огромная поддержка в соцсетях. Она подозревается во множественных убийствах. Ну, их это не волнует. Без людей и без оружия. На что ты, по-твоему, способна? Я убью вас всех. И, пожалуй, начну я прямо отсюда.